Всем привет! Это канал «Новостроем». Я Надежда Абросимова, ведущая рубрики «Гид по новостройкам». Район, в который мы сегодня приехали, можно одновременно назвать и промышленным, и спальным. Новые дома вырастают на территориях бывших заводов, развивается транспортная инфраструктура. Планируете вложиться в квартиру на этапе фундамента или готовы праздновать новоселье сразу после покупки? Это не важно. Я расскажу сегодня про проекты с разными сроками сдачи от разных застройщиков. Новостройки возле метро Селигерской, Верхние Лихоборы в нашем сегодняшнем обзоре. Район Западная Двигунина представлен в основном кирпичными многоэтажками и панельками 70-х годов. Здесь расположены несколько промзон, часть которых как раз сейчас и застраивается. Кроме того, старый жилищный фонд обновляется за счет программы реновации Москвы. Так что, с одной стороны, район можно считать сложившейся инфраструктурой, которая касается и образования, и магазинов, и здравоохранения. А с другой стороны, идет активная застройка, вместе с которой появляются новые объекты инфраструктуры. Кстати, медицина здесь развита очень хорошо. Здесь расположены несколько крупных государственных медучреждений, в том числе Институт педиатрии и детской хирургии. В пешей доступности расположены магазины разных сегментов, в том числе торговые центры «Эксель» Дмитровка. В 15 минутах езды от Селигерска на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД расположен еще один торговый центр «Рио» с гипермаркетами мебели и продуктов. В округе есть фитнес-центры, салоны красоты, ветклиники, в распоряжении жителей сразу несколько крупных парков, до которых добраться довольно легко. Это главный ботанический сад РАН, парк Дружбы, парк Ангарские пруды и несколько скверов. Сильной стороной Западного Двигунина можно считать транспортную доступность. Расположение довольно удачное. Путь до центра и на общественном транспорте, и на автомобиле займет примерно полчаса. Основной магистралью является Дмитровское шоссе. Кроме того, в районе проходит северо-восточная Хорда. Рядом с вестибюлем метро Селигерская в ближайшее время будет построен ТПУ, который включит в себя, помимо автовокзала, торговый центр с кинотеатром. Селигерская – это на данный момент конечная станция Люблинско-Дмитровской линии. В километре отсюда находится ЖД-платформа «Мастельмаш» ленинградского направления, которая в перспективе войдет в состав МЦД-3 Ленинградско-Казанский, который планируют запустить в 2023 году. Начнем с комплекса бизнес-класса застройщика ЛСР. Дмитровское небо представляет собой две 32-этажные башни, рассчитанные на 1270 квартир. Концепцию ЖК разработало архитектурное бюро «Спич». Здания объединены общим стилобатом. Это будет свой собственный торговый центр с магазинами, салонами красоты и другими компаниями из сферы услуг. Это первая очередь. Строители сейчас занимаются фундаментом первого корпуса. Продажи в нем уже открыты. Вы можете выбрать студию, квартиру с одной, двумя или тремя комнатами. Площадь классических квартир начинается от 34 квадратных метров. Самая дешевая однушка стоит 10 400 000 рублей. Срок сдачи первого корпуса – третий квартал 2025 года. До станции метро Селигерская 10-15 минут неспешным шагом. Примерно на таком же расстоянии от метро находятся все проекты, о которых мы сегодня рассказываем. Стройка ведется на территории бывшей промышленной зоны. Здесь же на Эльменском проезде можно найти вариант дешевле и классом ниже, причем срок сдачи домов раньше Дмитровского неба. Level Group совместно с ГК «Наследие» реализует проект комфорт-класса Level Селигерская. Построят два корпуса переменной этажности, высота которых варьируется от 11 до 30 этажей. Дома строят по монолитной кирпичной технологии. Предусмотрен подземный паркинг на 176 машиномест. Срок сдачи – второй квартал 2025 года. Новостройки рассчитаны на 570 квартир. Их продают без отделки со свободной планировкой. Несмотря на то, что это комфорт-класс, есть что-то, что приближает проект к классу выше – лаунж-зоны, ресепшн и редкие форматы планировок. Например, квартиры с окнами в ванной комнате, квартиры с угловым остеклением и трехсторонние квартиры. Если для жителей Дмитровского неба построить свой собственный торговый центр, то особенностью благоустройства Level Селигерская является привлечение бразильского ландшафтного дизайнера Роберто Бурле Маркса. Из приятного – это старт продаж. Однокомнатную квартиру можно приобрести от 9,5 миллионов рублей. Это за площадь 28 квадратных метров. Стильное лобби с панорамным остеклением – приятный бонус для проекта комфорт-класса. Также построят детский сад. А в следующем ЖК забронировать и оформить приобретение квартиры можно онлайн, не посещая офис. В 5 минутах ходьбы от станции метро Селигерская на территории бывшей промышленной зоны MR Group строит Селигер-Сити. Не только метро выделяет этот проект из всех, которые сегодня попали в наш обзор.
небоскребы делают Селигер-Сити доминантой этой локации. Дома высотой от 8 до 45 этажей. Есть сданные корпуса. Подробнее о проекте и о стоимости квартир поговорим с представителем-застройщиком. Андрей, добрый день. Здравствуйте, Надежда. Вы называете жилой комплекс мультиформатным. Что имеется в виду? Наш комплекс по праву можно назвать мультиформатным, так как он представлен корпусами разной этажности. Есть корпуса среднеэтажной застройки от 8 до 14 этажей, а также высокие корпуса-небоскребы до 45 этажей. Он рассчитан на широкую аудиторию покупателей. Таким образом, каждый из наших потенциальных клиентов может выбрать квартиру своей мечты, исходя из собственных потребностей и пожеланий. Какая часть застройки уже готова? В настоящее время у нас построена и заселена первая и вторая очередь. Всего это составляет 6 корпусов. Также 2 корпуса Ван Гог и Кандинский сдаются уже в конце этого года. В сданных корпусах остались квартиры в продаже? В сданных корпусах остался совсем небольшой объем. Мы готовы на сегодняшний день предложить хорошие варианты в тех корпусах, которые у нас вот-вот уже сдаются. Сколько стоят там квартиры и какая площадь, стоимость? Площадь квартир у нас начинается от 33 квадратных метров до просторных четырехкомнатных квартир 115 квадратных метров стоимостью от 13 миллионов 270 тысяч. Квартира представлена как с предчистовым ремонтом White Box, так и с дизайнерской полной чистовой отделкой. Каждый для себя может сам выбрать наиболее подходящий вариант. Также мы готовы предложить нашим клиентам уникальная квартира с высотой потолка в 4,2 метра, что позволит сделать дополнительно антресольный этаж, оборудовать его под уютное спальное место, либо приватную рабочую зону. Расскажите, пожалуйста, что входит в отделку? В отделку входит полностью весь ремонт. Это финишное напольное покрытие, хорошая паркетная доска, потолок, стены под покраску, межкомнатные двери, полностью готовый санузел, включая хорошую немецкую сантехнику, итальянский керамогранит, чугунную ванну и так далее. То есть это квартира, в которой останется только завести мебель и установить технику, и можно заселяться. Ну а что собой представляет двор, я предлагаю уже посмотреть на месте. Надежда, но в первую очередь стоит отметить, что это самый большой двор-парк среди жилых комплексов города Москвы. Он составляет практически 3 гектара, для сравнения это 4 футбольных поля. На этой просторной территории расположился детский сад, один уже функционирует, плюс в конце этого года планируется открытие второго детского сада с углубленным изучением иностранных языков, где преподавать будут сами носители языка. Здесь достаточно много зон отдыха, детских, спортивных площадок, площадок для воркаута, пробежек и так далее. Есть даже свой искусственный водоем, система фильтрации, очистки воды. Каждый из резидентов нашего жилого комплекса по своему собственному вкусу может найти зону, которая наиболее интересна для отдыха либо активного времяпрепровождения. На все дома и небоскребы один общий двор. Это плюс. У жителей есть свое большое благоустроенное пространство для прогулок и отдыха с детьми. Мне нравится, каким получился двор. Уютный, зеленый, с собственным водоемом. Есть площадки для детей разного возраста. Расположение Селигер-Сити довольно удачное. Рядом метро, торговый центр. К тому же этот вариант подойдет для тех, кто хочет заехать в свою квартиру уже в этом году. До конца этого года ключи получат собственники квартир и апартаментов ЖК «Любовь и Голуби» застройщика СМУ-6. Комплекс бизнес-класса состоит из нескольких 22-этажных секций, рассчитанных на 198 квартир и апартов. Кстати, апартаментов других ЖК в этом выпуске больше не будет. Контрастные фасады, лаконичные формы зданий – дело рук специалистов архитектурного бюро «Спич». Стоимость апартаментов здесь равна стоимости однокомнатной квартиры в Левел Селигерском. Цена от 9 миллионов 400 тысяч рублей. Квартиры в ЖК «Любовь и Голуби» можно приобрести от 13 миллионов 800 тысяч рублей. Площадь этого лота чуть больше 36 квадратных метров. С одной стороны ЖК расположен рядом с Дегунинским прудом, недалеко есть парк. С другой стороны окна квартиры выходят на ЖД-пути и склад контейнеров. Открывается урбанистический пейзаж. Этот район и промышленный, и спальный одновременно. Это яркий тому пример. Для тех, кто не готов ждать несколько месяцев, подойдет ЖК «Элементский 17». ПИК как раз выдает ключи новоселам этой новостройки. Дома сданы, идет заселение.
Ильменский 17 виден из двора Селигер-Сити. Двор там тоже зеленый, в пиковских традициях, с детскими спортивными площадками, настольным теннисом, баскетбольным кольцом. Входы в подъезды на уровне земли. Проект включает в себя 6 23-этажных домов, детский сад на 150 мест и многоуровневые парки. В большинстве квартир окна выходят на две стороны. Лоты кончаются. На момент записи ролика осталось продажи не так много квартир, но они еще есть. Так как ЖК сдан, то цена соответствующая. Предложение начинается от 15 миллионов 600 тысяч рублей. Цена по акции за наличные деньги. Если же у вас нет полной суммы, то будьте готовы к другой стоимости. Квартиры сдают с чистовой отделкой. На стенах уже поклеены обои, уложен ламинат, в ванной комнате есть плитка. В отделку также входит сантехника, кухонная плита и бытовые приборы учета с возможностью подключения к системе «Умный дом». Если мечтаете о квартире с балконом или лоджией, то этот проект точно не для вас. Они здесь не предусмотрены. Рядом с ЖК идет стройка, завершаются работы по строительству детского сада и многоуровневого надземного паркинга. Весной 2024 года сдадут ЖК «Кинетик». Проектом занимается застройщик из Ижевска УДС. Компания неплохо зашла на московский рынок. ЖК «Кинетик» взял премию рекорда недвижимости 2022 в номинации «Жилой комплекс класса «Комфорт плюс» номер один». Новостройка расположена в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Верхние Лихоборы» прямо на Дмитровском шоссе. «Кинетик» придется по душе тем, кому нравится минимализм. Два высоких здания высотой 23 и 31 этаж объединены стилобатом. Первый этаж отдадут под коммерцию, на крыше стилобата разобьют двор-парк с кафе и зонами отдыха в формате «Только для своих». Над архитектурным обликом работали специалисты из Нидерландов. Корпуса рассчитаны на 564 квартиры. В подземной части предусмотрен подземный паркинг на 150 мест. Продажи варианты от небольших студий до просторных многокомнатных квартир с увеличенными окнами и панорамными видами на город. Квартира в продаже от 12 миллионов 300 тысяч рублей. Это цена за однокомнатную квартиру без отделки площадью почти 37 квадратных метров. Также можно выбрать квартиру с отделкой. Застройщик предлагает два варианта – «Сканди» и «Индустриал». А выбрать сегодня было из чего. В обзоре новостройки я рассказала о 6 жилых комплексах у метро «Селигерская». Пиковский проект «Ильменский 17» уже готов, идет заселение, но там еще можно приобрести квартиру. Два проекта «Любовь и голуби» от СМУ-6 и «Селигер-Сити» от МР-Групп будут готовы до конца этого года. Остальные новостройки на разных этапах строительства, сроки сдачи 2024-2025 годы. Цены от 9 миллионов 400 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести апартаменты в почти готовом ЖК «Любовь и голуби» или классическую однушку в левел Селигерской на этапе котлована. Локация подойдет семьям, которые хотели бы жить недалеко от центра, в районе, где уже есть школы, детские сады, поликлиники, парки. Сильной стороной района является транспортная инфраструктура. Какой проект понравился вам больше всего? Поделитесь мнением в комментариях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новострой М». Увидимся в следующих выпусках. Пока!